Всю жизнь цепляться за стабильную работу намного рискованнее, чем пойти на риск, чтобы научиться создавать бизнес. Один риск носит временный характер, а другой продолжается всю жизнь. Но почему-то многие так проживают все свое время, отведенное Богом на этой земле. Они даже не пытаются выйти из своей зоны комфорта, считая, что многое потеряют. Глупцы. Когда же они поймут, что без действия они теряют все? Теряют себя, смысл жизни и все, о чем они мечтают. А ты готов пойти на риск,